Всем привет! Сегодня мы заправляем фотопленку в неразборную кассету. Для этого нам понадобится неразборная кассета, рулон фотопленки, скотч, ножницы, ну и, конечно же, темнота. Чтобы заправить пленку в неразборную кассету, нам понадобится вот хвостик от предыдущей пленки. Вы когда заправляли в бачок, там побольше оборвите, оставьте хвостик. Вот. Мы его сейчас ровненько обрежем. Да. Берем фотопленку, вставляем вот сюда вот вниз. Вот так вот. Опа. Сверху клеим скотчем. Заклеиваем. Обрезаем. Загибаем скотч. Вот таким вот образом. И дальше наматываем. Напоминаю, что мы это все должны проделать в полной темноте, потому что пленка боится любого света, даже красного. Имеет смысл также ставить в кассету из-под 400 единиц пленку 400 единиц. Потому что если у вас фотоаппарат считывает чувствительность пленки сам, то он сразу поймет, что там 400 единиц. А иначе просто могут быть экспозиционные ошибки. Вот так вот. Далее подготавливаем вот этот хвостик. Внизу должна быть перфорация, наверху она не нужна. И все, ваша пленочка готова. Можно снимать. До следующих встреч!